А вот те, кому отопление дали, первое время даже сетовали на то, что в квартирах стало слишком тепло, как в хорошей баньке. К слову, новость для любителей попариться. В Мурманске после пандемии открылась городская баня номер 2. Карантинное время было использовано с пользой. В бане отремонтировали парное, раздевальное и помывочные отделения. Всех посетителей ждут теплые полы, гранитные скамьи и стены со спецпанелями, не допускающими появления и размножения бактерий и вирусов. В будущем планируется установка вертикального турбосолярия. Не стоит забывать и про меры предосторожности, связанные с пандемией. Теперь сеансы будут длиться не более 2 часов. При этом одновременно смогут помыться 26 человек, что в 2 раза меньше, чем принимала баня до появления коронавируса. Да, меня все полностью удовлетворяет, но я хотел бы, конечно, получить обратную связь от мурманчан, их отклики, что их устраивает, не устраивает в новом помоечном отделении. Здесь много что изменилось. На мой взгляд, все должно понравиться. Но это мой взгляд, поэтому будем ждать откликов мурманчан после посещения новой бани.